Дерьмо. Дерьмо собачье. Дерьмо. Черт бы побрал. Ты в порядке, Сайм? Ты в порядке? Это же из-за тебя мы вляпались во все это. Ты, ублюдок. Тео просто пытается помочь. Помочь? Не втянуть нас в это все. Вот чтобы помогло. Нет, не в порядке. Все с точностью, да, наоборот. Мы в жопе. Да, нас немного потрепало, но мы живы. Ребята, прошу вас, хватит пререкаться. Эй, вы, хватит. У нас четкий план. Заткнитесь уже. Хватит ссориться, пожалуйста. Я знаю, что все мы немного потрясены эмоционально и физически, но мы выбрались, и мы живы, и груз у нас. Завтра мы выйдем из страны и будем на пути в Новую Шотландию. Мы будем в порядке. Нет, даже лучше, мы будем свободны. Но если мы продолжим ругаться, через республику нам не проехать. Нам надо держаться друг друга. Мы должны быть командой. Ну ладно, это все. Вы снова можете говорить. Ненавижу, когда ты так делаешь. Что происходит? Пакс воспользовался своим даром речи. У меня аж адреналин в крови забурлил. Как интересно, я ничего не заметил. Саи, твои руки, они... Я знаю, вот что происходит, когда я нервничаю, Пакс. Прости, но серьезно, тебе надо остыть, потому что если кто-то увидит... Спасибо, я в курсе. Заткнись. Что это за музыка? Вроде будете называть ее кей-поп, сокращенно от корейской популярной музыки. Кей-поп, просто кей-поп. Точно, кей-попс. Поп, черт тебя побрал бы. Звучит мило. Но может быть сделать чуть потише, Сай? Ладно. Как твое плечо, Пакс? Болит, но по-прежнему как-нибудь. Может мне? Давай. Ничего страшного, Пакс, просто царапина. Доводилось мне видать вещи намного хуже. Спасибо, Ноам. Тебе лучше? Немножко, уговори себя, что мы едим на прогулку в выходной, а не ударились в бега. Мы должны рассматривать все происходящее как беспрецедентное американское дорожное приключение. Да уж. Пересекать весь континент — занятие эпическое, если бы на нас при этом не охотились психи с космическими пушками. К завтрашнему вечеру мы выйдем из Пасифика. А в республике... Пуритинов нету, зато множество наций. Одно из огня да в полуме. Но полагаю, мы выживем, если будем сидеть тихо и никогда не использовать голос. Свободная художница и лучший друг, не уверена в себе, нервное время от времени закатывает сцены. Ты все время молчишь, Тео. Я считаю грузовики. 92 или 82. Зачем считать грузовики? Это такая техника медитации. Работает? Сегодня нет. Инженер-программист, душевный гитарист, босс, не совсем ухоженный, человек-загадка или просто придурок, пока не определился. Новости есть? Нет, никаких новостей. Как твоя голова? Мне говорили, что у меня прекрасная голова. Твоя другая голова, идиотка. Бывало и хуже, но оставлять без внимания травмы головы, они могут быть очень опасными. Хорошо, папочка. Предприниматель, инвестор, то партнер, то нет. Обычно нет. Собирает комиксы, безнадежный романтик. Но обязательно нужно слушать эту музыку, Сай. Да.
аферистка и лидер по неволе, отчаянно жаждет свободы, выносливая, упрямая, находчивая. Нелегко заводит друзей. Послушайте, хотя бы мы все в бегах, но у нас есть куча проблем. Я так рада, что я здесь вместе с вами. Что происходит? Ты умираешь? Ага, Пакс, ты ведешь себя очень странно. Это просто благодарность. Как мило. Заткнись, Тео. А это можно еще пить? Нет, конечно. Оставь в покое мою музыку. О, черт, обожаю эту песню. Да ну вас, ребят, это же дорожное приключение, вы должны подпевать. Эй, что? Синие огни позади. Мы не знаем, за нами ли они гонятся. Они включили огни, они гонятся за нами. О, черт, черт, черт. Сай, успокойся. Вдохни поглубже, Сай. Давай остановимся. С полицией мы разберемся. Пакс, может, переложим груз в безопасное место? Разберемся с полицией? Как именно? Ты же знаешь, что копы делают с такими, как мы. Сай, прошу, послушай меня. Сказала женщина, которая никогда никого не слушает. Мы трупы. Останови машину, разберемся с копами. Что? Окно. Да, окно, хорошо, сэр. Эй, да, здравствуйте, офицер, что случилось? Я хочу, чтобы вы вышли из машины. Выходите из машины. Я сказал выйти из машины. Эй, офицер, следите за дорогой. Ни слова больше, предупреждать не буду, выходите. Сэр, пожалуйста, не выходите на... дорогу. Черт. Гони, Сай, быстро. Это было хреново. Нашей вины нет. Если бы я не... Черт. Интересно, успел ли он сообщить, прежде чем бам. Черт. Служба безопасности Пасифика узнает, что что-то происходит. Вы знаете, что копы делают с такими, как мы? Мы трупы. Нам нужно сохранять спокойствие. Если нас остановят за превышение скорости, это ничем нам не поможет. Не думаю, что он искал нас. Скорее всего, просто остановил случайную машину. Рот все еще у тебя, да? Из моего лифчика он не вылетел, если ты об этом беспокоишься. Вот это... ради этой гребаной штуки, надеюсь, она того стоит, Пакс. Знаете что, я с этого момента эта тачка едет сама по себе. Я вообще больше никогда не приткнусь к рулю. Все, с меня хватит. Меньше 20 минут и мы покинем Сакраменто. Мы справимся. Этот день хуже некуда. И не говори мне, что нам повезло выжить. Меня уже воротит от такого выживания.
Находясь в бегах с грузом, похищенным у Пуритан, в руках наша команда направляется в Ла-Торре, безопасное убежище вблизи Сакраменто. Пак столкает копа, который вытаскивает оружие и попадает под машину. Команде удается сбежать, но ведь это лишь самое начало пути. Сан-Франциско, Пасифика. Жилище Ноам. Мы провели в этой кровати немало времени. Время от времени мы даже спали в ней. Ах, наконец-то она вышла из туалета. Мне не нравится музыка, но крепкие орешки. Присоединишься? Точно. Так что вы думаете, народ? Ох, даже не знаю. Все это кажется чертовски рискованным. Рискованным, чем быть девиантом в Пасифике? Но ты-то чего суетишься, а? Только взгляни на этот вид. У тебя куча денег, но они у тебя не нужны. Ты будешь удивлена, если кто-нибудь узнает, кто я, все это исчезнет буквально сразу же. Кроме того, у меня единственные друзья здесь. Что я буду без вас делать? Но у меня есть весьма весомые причины взяться за работу. Я бедная, не говоря уже о том, что из нас троих меня заметут с наибольшей вероятностью. Вы же знаете, что происходит, когда я нервничаю. Вы закончили дискуссию? Нет, Тео, блин, мужики, придержи коней. Ну а ты, Пакс. Ну я к тому, что ради чего ты рискуешь. Деньги пригодились бы. Концертами удается едва-едва платить жилье. А благодаря нашим маленьким махинациям у нас появились деньги. Но какое будущее у меня в Пасифике? Без документов я никогда не получу настоящую работу и не буду зарабатывать достаточно, чтобы хоть немного отложить. Добавь сюда страх, что одно неверное слово может привести меня в лагерь. Да, рискнуть определенно стоит. Другой возможности не будет. Но если ты так, то кроме того, это будет типа день большой зарплаты, билет на выезд с Пасифика на свободу. Считаешь, мы можем доверять Тео? Он странный, да, но по-хорошему странный. Как чудаковатый папаша. Я думаю, норм. А что он получит, ведь он работает с пуританами. Каковы бы ни были его мотивы, Тео нормальный. Его работа тоже с Ай. Так что, все решено? Эй, Тео, мы готовы. И мы в деле. Все мы, с чего начнем? Ладно, хорошо, отлично, это просто здорово, я рад. Мы начнем с того, что в следующие выходные возьмем в аренду авто. Что-нибудь маленькое и не внушающее подозрение. Ты уверен, что это нужно и... Мы на месте, слава богу. Подожди, это... Тео, когда сказал, что туристический автобус, я представил себе что-то немножечко скромнее. Это передорванный кугар. Но разве не прелесть? Прелесть. Ю, поднимай. Домкрат, что происходит? Из-под автобуса торчат женские ноги. Помогите, пожалуйста, не могу долго держать. Стой, моя рука застряла, ты ее сломаешь. Я не могу дышать, сделай что-нибудь. Пакс, она паникует, что будем делать? Я не могу дышать.
Сай, что? Подержи автобус на весу, но... Сай, сделай это ради меня, хорошо? Мы должны поднять автобус. Хорошо, я сделаю. Черт, как же тяжело. Осторожно. Дамочка, я ее удерживаю. Пакс, нам нужен этот домкрат. Попробуй перезагрузить хаб. Повезло тебе сегодня, ржавое ведро. Сломаешь еще раз, будешь отвечать передо мной. Пакс, ты чем там занимаешься? Мне все еще нужна помощь. Тебе помочь? У тебя есть степень по электронике? А, ну ладно. Тео, кажется, эта станция управляется автоматизированной системой. Я посмотрю. Кажется, сеть упала. Терминал. Я не могу восстановить соединение. Сейчас перезагружу, посмотрим, поможет ли это. Получилось, Луна. Система перезагрузилась. Голосовая команда должна сработать. Дью, подними автобус. Наконец-то, твою ж мать. Моей спине хана. Эй, может вытащите меня? Пока домкрат снова не сломался. Это был последний раз, когда я хоть что-то доверил голосовому помощнику. Хорошо, что вы так вовремя появились. Добро пожаловать в замок. Как прошла поездка? Ох, пожалуй, дальше лучше ты, Тео. Вы сделали что? Мы ничего не сделали. Офицер вышел на дорогу, и сотруднику службы безопасности случайно сбит. Убит? Попытавшись остановить вашу машину, если они не искали вас, то теперь будут. Эта машина вне розыска. Мы не можем рисковать. Если хотите добраться до республики, вы должны покинуть Пасифик. О мертвом копе мы тоже не договорились, Тео. Ты нас выгонишь? Серьезно? Это, думаете, я хотела этого? Я благодарна вам за помощь и делаю все, чтобы в моих силах для успешного завершения задания. Риск слишком велик. Вы должны пересечь границу сегодня. В Новой Шотландии поймут. Ты внизу из терминал сети. С его помощью ты сможешь связаться с Новой Шотландией. Что насчет автобуса? Он будет готов? Кажется, он в порядке. Робот проведет полную проверку, а потом нужно будет перезагрузить все припасы в него. Что кажется тебя? Тебе нужно подлатать. Тебе нельзя пересекать границу с пулевым отверстием в футболке. Я в порядке. Ты можешь быть и в порядке. Мне нужно защитить свои инвестиции. На твое счастье, внизу есть еще док. Ладно, ребята, допивайте свои напитки, я вызову лифт. Ты, с этим же не будет проблемы, верно? Тео, нам стоит беспокоиться. Луна очень осторожничает, я ее понимаю. Автобус готов, мы просто видим на день раньше. В этом я тебе верю. Лифт ждет. Кажется, у нее кончается терпение. Это вы, люди, могли разрешить ситуацию с копами с помощью своих сил? Не думаю. Мои дыры речи превращают мое тело в камень. Не знаю, чем бы это помогло.
А своим голосом могу заморочить голову. Только коп наставил на нас пушку, прежде чем у меня была возможность заговорить. Я его просто слегка толкнула. Мы пытались придуть его в грузовике. Мои дары речи хороши только для мелкого мошенничества. Понятно. Что ж, прошу прощения, что думала. Что бы было, теперь нам нужно вытащить вас отсюда. Ты в порядке? Конечно, я в порядке. Давайте подлатаем. Меня зовут Пакс. Подожди минутку, мне надо в туалет. Прямо по коридору и направо. Ничего, просто нужно отлить. Я ненадолго. Но не волнуйся, кажется, тебе нужнее, чем мне. Я подожду. Слушай, что ты думаешь насчет этой луны? Мы можем ей доверять? Мы можем говорить об этом позже. Ну да, конечно, прости. О боже. Да там место в совете директоров. Можно не ждать. Ты много теряешь, не думаю. Что, что это было? Так, нам срочно нужно поспать. Мой мочевой пузырь вот-вот взорвется. Ты сказала, что я могу идти первой. Ну да. Такая вот великодушная. Ты хотя бы руки помыла? Я в порядке. Сейчас выйду. Я в порядке. Наверное, просто что-то не то съела. Вообще-то про ту... Зияющую дыру в твоей руке. Ну да, здорово. Приятно знать, что твой кишечник в порядке. Я уже иду ее лечить. Знаешь, ты не одна. Ты очень много завалила на свои плечи буквально. И после всего, через что мы вместе прошли. Не беспокойся, я справлюсь. Это больше не твоя зона ответственности. Боже, я просто стараюсь быть рядом. Да, знаю, прости. Я рада, что ты здесь, но это много для меня значит. Я не хотела. Все нормально, спасибо. Иди подлатай свою руку. Давай-ка тебя подлатаем. Тебя же зовут Пакс? Да? Я Луна. Давай осмотрим рану. Не дерусь, может быть больно. Откуда у тебя док? От тех же людей, которые помогут вам пересечь республику. Но в Шотландии предлагала за вас что-то там. Да, я даже не знаю, что бы мы без нее делали. Многие пытаются выбраться из республики.
Я видела детей, которым было 4 или 5 лет. Настоящая трагедия. Док буквально спасает жизни. В основном повреждены мягкие ткани, слегка задеты сосуды. Кость, кажется, цела. Док быстро тебя подлатает. Плечо восстановится. Будет как новенькая, это машина экстра класса, техника Пуритан. Как только закончим здесь, нужно будет погрузить в автобус припасы для библиотек. Что это за припасы? Книги, журналы, политические памфлеты. Необходимые для библиотек вещи. Материалы, запрещенные в Американской Республике. Библиотекари будущие счастливы вас видеть. Им так одиноко в своей безопасной гавани. Сейчас мы почти не встречаем дивергентов. Жаль, что у нас так мало времени. Мне хотелось бы узнать побольше. Ну, знаешь о том, что вы можете, все вы, но мы предпочитаем называться аномалиями. Прошу прощения, аномалов. Кажется, последний практически сейчас 2 или 3 года назад. Он был похож на тебя, мог заставить людей подчиняться его воле. Как ты называешь? Гипнозом? Это не так работает. Я могу заставить людей что-то делать, но не заметно. Это как манипулирование, только более грубое. Я мало что знаю о дивергентах, об аномалах. Прости, еще раз. Большинство понятия не имеют, на что мы способны, поэтому просто нас боятся. Сейчас снова может быть больно. Рана очищена и обработана. Теперь нужно дать доку время нормально закрыть ее, чтобы выглядело, что происходит, Луна. Или ложная тревога, или неприятности. Вы остаетесь здесь, никуда не уходите. Пакс, дай доку закончить. И прошу, поищи себе футболку на столе в комнате отдыха. Ты не сможешь пересечь границу, если будешь выглядеть как серийный убийца. Что это? Пасификопы. Если это просто копы, нет, посмотри, это наряд охраны. А где машина? Развинчено, уничтожено, все по плану. Они просто разговаривают, задают вопросы. Если бы они что-то подозревали, уже окружили бы это место. Что нам теперь делать? Сохранять спокойствие, не дергаться. Если они решат обыскать здесь все, мы перейдем в библиотеки. Здесь умеют прятать беглецов. Может быть, сообщить команде, что происходит? Как только пойдут, мы отправимся в путь. Что происходит? Непрошенный визит. Она все еще там? Не знаю. Сай, все в порядке? В порядке? Зазвучала чертовая тревога. Нет, не в порядке. Просто дай мне остаться здесь. Сейчас нам надо. Я стою здесь. Что бы ты ни сказала, я не изменю своего решения. Безуспешно, да? Хочешь примет силу? Ага. Сай? Что? Прекрати. Ты должна остановиться, взять себя в руки. Ты нам нужна. Сделай глубокий вдох. Все хорошо. У нас все будет хорошо. Я просто пытаюсь остановить твою истерику.
Да, хорошо, я поняла. Не думаю, что тебе обязательно было использовать на мне голос, но ладно. Истерика закончилась, так что вот. Я готова отправляться. Теперь все в порядке? Ты в порядке? Даже не знаю, день был очень тяжелым. Почему сигнализация включилась раньше? Ты ей не сказала? Походу, это ложная тревога. Нам тут нужна помощь с коробками. Это то, что мне сейчас нужно поднимать коробки. Самое главное, что ты не шутишь, Сай. В пути захвата коробки нам нужно погрузить их в автобус. Это же следы зубов. Эй, я говорю с пиццей. Паспорта, визы, пресительное письмо. Кажется, это все. Это позволено было получено пересечь границу республики, но потом мы сами по себе, пока не доберемся до библиотеки. А что, если визитеры решат нанести повторный удар? Здесь сотни ферм. Они что, все будут проверять? Как только выйти, нам ничего будет скрывать. Не считая той единственной патрульной машины. Скоро мы будем на пути к границе. Так, кажется, была последняя коробка. Да. Рус тоже у тебя? С ним все в порядке. Он у меня, Тео. Хорошо. Надо только... Может, мы уже все угомонитесь? Ты не хочешь, чтобы мы практиковались? Глянь-ка, новом. Неплохо. Эй, а что ты голым делает в автобусе? Ты про вашего водителя? Нашего? Тео. Предполагалось, что нашим водителем будет человек. Значит, поведет один из нас. За рулем должен быть тот, у кого есть лицензия. Моим я с великим удовольствием повезу ваш автобус. Что это было? Алас Войтлик. Пакс использовала на робота. Не работает, на машинах нет. Больше не трогай меня, жестянка. Так, робота надал тебе команду. Слушай, я... Прости, но или робот, или ничего. Не волнуйся об этом. Это не проблема. Все хорошо. Ладно. Простите, что приходится так отправлять вас, но нам нужно защищать...
все, что у нас есть. Дело не только в вас. Я понимаю. Хорошо. Везите груз с Пасифика и через территорию республики доставьте его в Новую Шотландию. Мы здесь не для этого, чтобы творить историю. Мы просто хотим выполнить работу и получить свою оплату. Тоже верно. Кстати, классная футболка. Вижу, вы еще здесь. Добро пожаловать на борт. Пожалуйста, найдите свое место. Наши вещи здесь? Да, мэм. А тут неплохо, Тео. Это место мое. Не подвинься, тут полно места, ни к чему сидеть друг на друге. В таком случае, винтажное очарование, обожаю. Да вроде ничего. Как мы его назовем? Назовем кого? Автобус? Ему нужно имя. Автобус? Ты специально, не так ли? Хот-дог. Следующая остановка Невада. Новая Шотландия будет не в восторге от этого, Пакс. Значит, сообщим им, что мы поедем другим маршрутом. Для этого нам нужен доступ в сеть. Твой план. Ты сам был не очень откровенен. Например, по поводу содержимого нашего груза. Я же говорил, что не знаю, что в тех данных, которые мы извлекли из... Юридия. Новая Шотландия об этом умолчала, и не просто так. Чем меньше знаем, тем лучше. Мы везем наш груз в Новую Шотландию, не задаем вопроса. Такой будет план. И вы на него согласились. Слушай, я тебе не враг, Пакс. Я нанял вас и пытаюсь вас защитить всех. Они мои друзья, Тео. Защищать их моя работа. И выбор другого места для пересечения границы как раз часть такой защиты. Необходимо сообщать в Новую Шотландию об изменении маршрута. Учитывая пришедшее утром, чем дольше мы остаемся в Пасифике, тем больше рискуем. Если мы, как запланировали, не появимся во вторник вечером, мы нарушим условия. Мы опережаем график, почему бы мне сделать лишнюю остановку по пути в Новую Шотландию? Мы все равно успеем добраться до Невады вовремя, может быть. Но я проложил наш маршрут еще несколько недель назад, а сейчас я не знаю, ни куда мы направляемся, ни зачем. Ладно, я расскажу вам всем, зачем нам нужно на север. Присядьте. Хорошо. Эй, Тео, какие планы, чувак? Читаю карту. Эй. Эй. Привет, эй, народ, послушайте меня. Что происходит? Не мешай. Я знаю, что по изначальному плану мы должны были пересечь границу и двинуться в Юту, к горам. Но мы немного меняем маршрут и отправимся на север через Либерти. Либерти? В Либерти живет моя сестра. Твоя сестра? Вы знали, что у нее есть сестра? Я не знала. Зиги.
Она одна из нас. Аномал. Я... Мы не можем ехать без нее. Потом мы поедем в Либерти за ней. Почему ты раньше нам не сказала? Почему ты не говорила, что я сестра? Я не думаю, что вы согласитесь. Если бы ты сказала, что это из-за семьи, я бы согласился. Эй, вообще-то мы тоже 100 лет не были дома. Наверное, поездка за сестрой все-таки немножко другое. Если у меня маршрут, почему я не могу поехать к своим родителям? Ты знаешь, что это не то же самое с Ай. Это последняя возможность попрощаться с мамами. Мы просто заберем мою сестру и продолжим путь. Мы перевезем груз по республике, доставим его в Новую Шотландию. Получим деньги, а потом каждый из нас будет сам решать, что делать дальше. Точно, нам стоит ожидать от тебя еще каких-нибудь сюрпризов? Нет. Ладно, черт с тобой, поехали. Это твой Либерти, хоть одна из нас побывает дома. А как же план? Мы о нем просто забудем? Неважно, все равно меня никто не слушает. Ты о чем, Тео? Ни о чем. The dust born, this bug is airborne. We're the newborn, our kind is newborn. Новый день, новый Долореза. Странный научный эксперимент. Это не научный эксперимент, это лингвистический тест. Чувак, мои глыб приделаны провода. Думаю, это вполне можно назвать странным научным экспериментом. Логично. Значит, хочешь знать, чтобы я снова выбрала символы? Так же, как и в прошлый раз. Видишь вопрос? Нажимаешь кнопку. Ладно, поехали. Как себя чувствуешь? Я нажимал какие-то кнопки, что я должна чувствовать. Именно нам это и нужно выяснить. Итак, о чем эти электроды тебе говорят? Я пока не знаю, нам надо снова прогнать эти данные.
Ладно. Расскажу больше, как только ты посмотришь на экран и нажмешь одну из кнопок. Я изучаю, как работают твои дары речи. В твоих устах это звучит как-то бессмысленно, так и есть. Бесцеремонно глупо, благодаря... А что еще более интересное, так как это что у каждого аномала есть доступ к разным элементам протоязыка, из-за чего они, вы получаете разные способности. Ты когда-нибудь... Ты знаешь аномалов, которые... обретали бы новые дары речи. Новые дары речи, ты имеешь в виду после трансляции? Не думаю, что это возможно, согласно нашим исследованиям. Возможно, в детстве у меня было устройство, которое позволяло мне записывать эхо и обрабатывать записи, пока не получалось некий странный напев, а затем... Так началось блокировать и провоцировать людей. Это если ты... То, что говоришь, правда, это все меняет. Это устройство было чрезвычайно ценным. Но у меня нет, но возможно я смогу его найти. Пакс, если оно работает так, как ты описала, Новая Шотландия заплатит за него целое состояние. Мне приятно, что ты достаточно доверяешь мне, чтобы рассказать это. Я пришла из-за денег. Они из-за компании. Пакс, когда закончим, здесь может быть, сходим, пропустим по стаканчику или... Ты в порядке? Пакс. Пакс. Я знаю это дерево, я видел его раньше, безмолвие, а теперь оно мне снится. Но полагаю, в этом есть логика. Оно шепчет, что-то говорит. Надо подойти поближе. Вот он какой сон.